Merhabalar herkese. Snowboard zamanı. Bugün 22 Mart, Perşembe. Dripo şehrindeyim. Parkta snowboard yapıyorum. Yaklaşık 8 metrelik bir parkur. Kazak yumuşak, çünkü hava sıcak 2 derece şu an. Ого, мы за ним не успеваем. Ой, там куча. Не кусай мне. Я для вас специально стою, знаешь? Понимаешь? Красавчик. Кусать мне. Ой, золото. Субтитры сделал DimaTorzok.
Да, да. Чуть-чуть назад, да? Чтоб в колею попасть. Чистый американец дает уроки катания. Учится у нас в Днепре, в мед. Ну, короче, на медика учится. Едет? Да. Тихо, чуть-чуть на колесом, хорошо? Дорога колес, не стой, просто стой, свободный. Только ровный, хорошо? И спокойный. И не боится. Все снимается. А что на ногах? Нет, нет, так только спокойно. Да. Ну, если 50. Так будет, упал будет. Да? Да. Нога ровная, хорошо? Два руку. Да. Да. Скоро.
иди. Ой. Осторожно. Как? Хорошо? Илья, класс! Стой! Не можешь стоять? Игорь, один место я вижу. Хорошо, что будет дороги? А возле там вот такой идти. Понимаешь, сюда? Колею, в эту же колею. Да, что будет два? Что будет два места? Понимаешь, да? Ну в эту же колею попробуй. Нет, еще будет два. А, чтобы отдельно поехать, правильно? Да, чтобы нет, отдельно от этой колеи. Сюда, отсюда едешь, что одна будет одинакова. Будет два. Да, можешь, да? Что, дать тебе перчатки? Понимаешь, что я скажу, да? Ну, в... Нога ровно. Опа. Давай стой, стой. Давай перееду сразу в колею, да? Да. Сразу перееду в эту, ну, понял? Да. Один минут, я буду ехать. Иди. Да, кататься нужно. Нет, он сам. Нега. Да. Да. Аккуратно сейчас. Ой, резко. Да. Аккуратно, спокойно. Все, нега свернула? Да, свернула. Нега. Что, будешь пробовать, не? Да, давай я пробую. Thank you.
случилось? Все посыпалось? А? Все посыпалось? Ну, с багажника. Батарея разряжена 120%. 10%. Да? Да. Тебе нельзя налево, машинка влезет. Все. Сейчас надо подумать, где лучше всего сесть. Получается, вот тут 29-ки останавливаются, вон она пошла. Да. Ну, следующий будет. Или она будет сейчас, которая мне... Ну, вот видишь, вот 29-ка. Ну, это за автомобиль не будет. Думаешь, не возьмет, да? Нет. Тогда надо вот там, где я тебя подобрал, только да. Чуть-чуть дальше, на 50 метров чуть дальше. Да, один метр я позвонил, мой друг ушел, уже нет. На левую сторону спереди. Оп.